Моя жизнь – это гора немытой посуды, проблемы, конфликты, в ходе которых в глазах не осталось здоровых сосудов, а в теле под гнетом прячется порох. Знаешь, здорово жить, ожидая вселенную, как девушку, которая еще собирается. Алло, ты скоро, родная? Минута не первая. А дверь куда мне нужно? Не отпирается. В глупости нет ничего угнетающего, если эта глупость случается в силу незнания. Ты всю свою жизнь в роли спасающего. А тебя кто спасет? Моя безымянная. Сегодня гром и раскаты, как мед для ушей. А завтра солнце невыносимо слепящее. Сколько еще нужно бессонных ночей, чтобы начать жить по-настоящему?